Успокойся со своим местом. Не видишь, тут камни нужно. Я сбился. Плюс 6. Соединяй. Благосклонно. Пока. Так, будет ориентироваться легче. Плюс 12. Плюс 9. Это сюда. Все не то. Вроде как вот к этой телке тогда подойдем. Синеньких камней еще поднабрали. 6-3. Так, вполне возможно, что... Нет, наверное, все-таки 2 в итоге получится камня, потому что плюс 9 еще. Фортуна к вам благосклонна. Да, плюс 9 стадия. 2 камня, не один. Ну ладно, нормально. Привет! Привет! Давай посмотрим, что у тебя тут есть. Херня! 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 Опять-таки, спон уже стрелка, нафиг они мне нужны, спрашивается. Спон уже стрелка. Отправляем их в ад. К этому барыге домой. Музыка, кстати, классная. Очень приятно. Слушайте ее. Ну и... То, что я хотел, собственно говоря, проверить. Ну да, хрена с два. Ну, они вдобавок еще и разные. Золотой стандарт мастерства и сияние. Счастливо. Понятно, все-таки они не одинаковые. Да и вряд ли так можно совмещать оружие. Это было бы слишком просто. Ускоряется повышение опыта, ускоряется это все, это тоже фигня. Ускорение 3. Самоисцеление 4. Самоисцеление 3. Защита стихий. Идем обратно. Нам остался третий портал. Чтоб зажечь четвертый. И пройти дальше. А пока, считайте, бродим по одной и той же местности. Да что ж вас так много-то, а? Подыхайте вы уже, подыхайте, господа. Не толпитесь, подыхайте. Подыхаем и расходимся, подыхаем и расходимся. Не толпитесь, всем достанется кусочек смерти. Товара хватит на всех. Ну вот, как я и говорил, товара хватило на всех. Все спокойны, все разошлись. Необходимо было только сдохнуть. Никаких секретов здесь нет. Может быть, с этой стороны? Нет, никто не хочет мне секретки давать. Это не по-мужски, да и вообще не по-людски. Откройте мне какую-нибудь комнату, набитую ценным хламом, я буду доволен. Практически доволен.
Хренась! В отсутствии врагов мы смело рубим бочки. Что, в принципе, тоже нормально. По-моему, ходил Шатунов. Куда он делся-то? О, наконец-то. Без шаманчика, да? Без шаманчика, да? Как-то без шаманчика не очень хорошо получается. Это он как сдох вообще? Инфаркт, что ли, получил? Просто посмотрел на меня и сдох. Нормально. Эти пауки стрекочут, как цикады. У вас что, помутнение рассудка, раздвоение личности? Вы не цикады, фигли вы стрекочете-то. Окей, идем вперед. Проблем никаких с уничтожением противников, потому что они все слабые. Очень слабые. Ну, я и не умираю по 500 раз. Собственно говоря, зачем мне показывать то, как я буду подыхать? По 1000 раз кто на это будет смотреть? Не знаю. Так просто веселимся, идем вперед, исследуем мир. Находим какие-нибудь вещи раз. Стоять, шаманье! Подпольные предсказатели нынче вне закона, так что... Не буду я привораживать к себе Влада Топалова. Агартер. Агартер. Черт возьми, кто придумал им название? Кто-нибудь, кого назвали также родители? Очевидно. Там какая-то потайная комната. Как в нее пробраться? Где-то должен быть вход. С натяжкой можно назвать это комнатой, потому что там просто площадка. Ах ты! Опять подражатель. Вы все невыносимы. Ох, сколько здесь камней-то валяется. Жалко, что питомцу еще нельзя инвентарь расширять. С помощью, например, умений или каких-нибудь предметов. Было бы вообще здоровски. Иметь такую возможность. Но, к сожалению, приходится довольствоваться тем, что есть. Хорошо, хоть все предметы по одному слоту занимают. Не приходится мучиться с расстановкой там. Туда-сюда их перемещать, чтобы что-то вместилось несколько там иной формы. В общем, вы понимаете, о чем я. Спасибо за исцеление, отлично. Заметили, что наша собака, по-моему, ни разу после того, как мы на нее повесили это заклинание, не подыхала. Все время отлечивается. Абсолютно здорово. Текс. Мостик. Сокровище. Все это мне нравится. И сокровище, и мостик. Но не ты, гоблин. Ты сдохнешь. Вот что мешало сделать в Сакраде вот такой вот шрифт? Непонятно. Черт возьми, ну там такой... Такое дерьмо. Они... Бедные люди, которые купили лицензию.
Да и геймплеем-то, мне кажется, Сакрат особо не блещет, я помню, там... После выхода ее играл примерно там полтора часа или два, ну, как-то нудно да криво, и камера там бешеная, от которой начинает реально укачивать. Но самое, конечно, страшное — это шрифт. Но я уже скачал, так что все нормально. Скачал шрифт другой. Надо будет проверить потом, если что, пройти. Хорош, не отвлекайся тут на воскрешение. Я с тобой дерусь, а он воскрешает, а? Неуважение к противнику своему выказывает. Не уделяет мне достаточно внимания, чтобы я почувствовал себя нужным и важным. И опасным для него, конечно же. Так, видимо, радиус от этого спеш-удара увеличился. С уровнем прокачки. Довольно большую площадь мы задеваем. Снаряжений нет места. Что не может не радовать. Такс, что у нас здесь? Здесь у нас, видимо, проход дальше. А там что было тогда? Ладно, назад возвращаться не буду, плевать. Меня все-таки интересуют только две вещи. Боссы и... и какие-нибудь уникальные предметы. Супер-пупер предметы. Но здесь пока все, что нужно, у меня есть. Оружие, восстанавливающее здоровье. А больше ничего и не надо. Да, ну конечно, не тащит там с одного удара все. Но зато восстанавливает здоровье и придает мне живучести. И нафиг мне что еще? Не надо вообще. Привет, желторотик. В рюкзаке нет места. Вы активировали ловушку. Нет, я активировал портал. А ловушку я активировал полчаса назад. И ты только сейчас мне об этом соизволил сообщить. В рюкзаке нет места. Ну привет, Баратрот. Ну это же Барат. Привет. В рюкзаке нет места. Говёный комик. В рюкзаке нет места. По совместительству еще и гомик. Вы активировали ловушку. Оу, е! Это же сам Кибельгуль. Гул. Кибель. Кибергул, короче. Пофиг. Пускай будет кибергулом. Я хотя бы так выговорю это все. Кибельгул. 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 У меня аж челюсть сводит при попытке это выговорить. Кибельгул. Прокачиваем сплэш. В рюкзаке нет места. Да что ж ты такой, неженка-то, а? Забирай. Забирай. Поднимай, выкидывай, забирай. Опять элементали. Сейчас плеваться будет. С тобой я сам разберусь. Хватит меня морозить. Ух ты, там целая рава. А вот и последний символ, посвященный движению.